вами Локи Марготоки. И сегодня мы отправляемся на хутор Дудара. Попасть на хутор Дудара – это целый квест. Мы выехали из Минска по Раковскому шоссе в сторону Грозного. Указателя на хутор Дудара нет, поэтому ориентируйтесь на отметку 44-й километр. После отметки 44-й километр сворачиваем в лес направо. Едем где-то 600 метров все время прямо по дороге, и вот здесь вот мы сворачиваем налево. Потом едем еще примерно 700 метров прямо и поворачиваем направо. Ну вот мы и приехали. Добро пожаловать на хутор Дудара. Смотрите сюда, вот это артефакт, вот это находка, лодка из цельного дерева. Тепленько. Ну, как раз для жертвоприношения. Не садись на пенек, потому что крапивка попупек. О, а вот это настоящий белорусский бумеранг. Как запустим кому-нибудь голову. Ну, пошла. А ну, пошла. Давай. Не, ну не едет. Без лошади. Ну, давай, иди сюда, будешь лошадью. Иди сюда, будешь лошадью. Этой бане уже более 100 лет. И в ней парился сам Якуб Колос. Поле ты широкое, раздольное, ах ты, Волга-матушка, слышите? Только пчелки жужжат, да комарики пищат. Буквально в 150 метрах от баньки течет речка с кристально чистой водой и холодной ершовка. Представляете, как бежишь с бани голышом по луговому полю прямо в речку с холодной водой. Это ж... Божие девчонки, ля праздничек все, тоненькие нитки тягнутся с кудели. Почему именно хутор Дудара? Да потому что здесь, на этом хуторе, живет сам настоящий Дудар, хозяин этого хутора, Олесь Лось. А вот это орудие пыток Дудара. Лучше буду петь. В самом доме у Олеси Лося есть самый настоящий музей народных инструментов. Эх, уезжать совсем не хочется. На хуторе Дудара вот так вот круто. Здесь вас и покормят, и напоят, и даже могут спать уложить, и приласкать. Правда, кабачок?